Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны на мой канал, то можете нажать на кнопку подписаться и также оставить свои комментарии, пожелания. В этом видео я хочу вам показать мою покупку в интернете-магазине labyrinth.ru. Да, я решила уже не тянуть резину, а уже готовиться к школе. Как вы знаете, то, что у меня дочка Вероника, она поступила у меня в институт, она уже окончила школу, вот, она первокурсница, она вот заканчивает первый курс, сейчас, вот, уже июнь месяц, она вот до июня учится и заканчивает первый курс института РУДН. Она учится у меня на факультете лингвистика, то есть она переводчик международного языка. То есть она изучает французский и английский. И обязательный язык латинский. Вот. И Андрей, это мой сын, он был у меня в 5 классе, и сейчас он перешел в 6 класс. И эти покупки пока предназначены для подготовки к школе для сына. То есть покупки. Вот. Итак, давайте начнем. Я потихонечку начинаю покупать подготовку к школе, потому что сами знаете то, что чем ближе школьная пора, тем цены высокие. Поэтому я решила, что немножко буду уже покупать. Ну, по поводу школьной формы я не буду, потому что, во-первых, фигура может измениться, и если я куплю, допустим, сейчас ему штаны, то они могут, и, допустим, ему оказаться малы или велики по фигуре. Поэтому я пока это дело отложила. Вот так, ладно. Давайте перейдем к тому, что я купила. Первая идет книжка у меня, рабочая тетрадь. Сразу могу сказать, это не по рабочей программе, не по школьной программе имела в виду. Я просто посоветовалась с нашей учительницей по английскому языку. Вот, и она мне порекомендовала летом позаниматься вот по этой книжке, рабочей тетрадь. У меня просто Вероника занималась английским языком, до сих пор она занимается. У меня остались книжки, по которым она занималась с репетитором. Дело в том, что вот, вся рабочая тетрадь, по которым Вероника занималась, она у меня исписанная. Вот, стирать я не хочу, честно могу сказать, это поможет, как бы, вот, так что я решила, что все-таки куплю я чистую тетрадь, вот, и книжка у меня есть, она от Вероники осталась, поэтому я сэкономила, не стала покупать я книжку, вот. Поэтому Вероника сказала, что она с Андрюхой позанимается в течение лета по этим книжкам. Вот, ей же нужно практиковаться. Вот, и, кстати, что я заметила, что Андрюха в этом плане очень хорошо запоминает английские слова. Это очень good. Так, первое, что хотела вам показать. Так, следующие учебники, которые хочу вам показать, они идут уже по школьной программе. Итак, у нас была рабочая тетрадь, это за 5 класс, да, мы решили не покупать в этом году рабочую тетрадь, а решили покупать тренировочные упражнения в формате ОГЭ и ГИА. Итак, чем отличие? Конечно, сейчас вам покажу существенно, конечно. Вот, здесь все уже исписано, все уже как бы сделано. Рабочую тетрадь не выдают в школе, ее нужно покупать, заказывать, то есть мы заказываем с родителями и потом деньги сдаем, вот, и покупаем. Вот, и что хочу вам сказать еще чего. В конце каждого модуля есть вот слова по-русски, не просто так, а для того, чтобы их выучить. То есть, в принципе, нам говорят, завтра будет словарный диктант, вот по этим, и нужно выучить. То есть учитель будет диктовать по-русски, а дети будут записывать по-английски. И в разнобой. И вы не думайте, то, что, в принципе, она будет 8 этажей, на 9 этаже. Нет, она будет в разнобой. То есть я ему диктовала, а он уже писал, то, что мы готовились вот к таким заданиям. Вот.
Это мы выполняли дома, и плюс он еще выполнял это в классе. Вот. А что вот такой учебник. И вот тренировочные упражнения. Они вот так выглядят. Это уже за 6 класс я вам показываю. Вот. А здесь, кстати, нету ключей, если кто интересуется из родителей, детей, нету ключей, нету. Следующее, что я хочу вам показать. Вот так, кстати, видно, да? Это за 5 класс, это уже за 6 класс. Да, я купила, чтобы мы тренировались. Это вот после каждого модуля есть вот такие задания. Нужно вписать пропущенные слова. И ой, вот здесь нужно все это сделать по заданию. И нам учитель давал это в классе. То есть мы это, то есть Андрей писал в классе. Вот. Это и в конце, кстати говоря, в конце есть ключи. Но я ключи отсюда убрала. Да, ключи отсюда я убрала, вырвала, чтобы он не подглядывал. Мы тренировались дома. Итак, тест, буклет за 6 класс. Вот, ключи тут уже есть, я еще не вырвала. То, что новая книжка, мы пока еще не занимались. Вот так он выглядит. Это тоже задание будет давать учителя в классе. Вот. А мы уже, то есть он будет выполнять в классе задание. Так, следующий идет у нас. Я взяла книжку, учебник для учителя. Не знаю, решила взять, короче говоря, для себя. В принципе, не помешает тоже посмотреть, что будет. Так что вот взяла еще учебник для учителя. Взяла правила английского языка. Здесь все есть. Конечно, в принципе, не так просто так листать и смотреть картинки, да. А здесь нужно внимательно все читать, изучать. Они типа а-ля авось я прочел, а на деле получилось, что не на особо ничего-то понял. Конечно же, в принципе, это нужно делать вместе с ребенком, потому что прочитать... Это одно. А когда ты начинаешь давать какие-то уже упражнения закрепляющие, немножко начинается путаница. Поэтому, конечно же, лучше правила под рукой иметь. А дальше идет словарик для записи английских слов. Вот. Очень удобно, за, допустим, за лето написать сюда новые слова и уже их знать. Вот. Так что вот так. Дальше хочу вам показать обыкновенные тетрадки, которые я купила. Итак, это информатика, литература, география. И вот новый предмет, который появится в 6 классе. Это общественные знания. Я взяла тетрадку. Дальше. Английский язык, биология. Ну, дальше у меня идут... А, я думала то, что уже кончилось. Ладно. История и музыка. Я для музыки взяла вот такую тетрадь. Так, ну и дальше, как я уже ошиблась немножко и продолжу, да, взяла еще вот такие тетрадки по 12 листов, вот, вот такие, по-моему, в клетку взяла и в линейку, вот. В принципе, для первых моментов на сентябрь месяц, может, скажут 18 листов, ну, ничего страшного. Вот, это обыкновенные тетрадки. А дальше я взяла еще обложки для тетрадей, для учебников. Это набор школьных обложек с закладкой для учебников Петерсон. Но независимо для какого учебника предназначено, по Петерсону мы уже не занимаемся. Мы уже занимаемся по другому учебнику, у нас Виленкин. Просто-напросто для того, чтобы для длинных учебников я взяла. Дальше. Взяла вот такую новинку, честно говоря, я еще не пробовала, новинка заклеивающая. То есть, в принципе, здесь вот есть такая ленточка, полосочка, ее нужно отрывать, липкая, и она приклеивается. То есть, в принципе, никуда обложка не будет ерзать, вот, на учебнике. Вы одеваете, потом заклеиваете, допустим, вот так. Заклеиваете и все. То есть не слетит. Имел в виду, что эта обложка не слетает.
Дальше идет набор школьных обложек для старших классов. Обложка универсальная для учебников 4 штуки, обложка для учебников старших классов 4 штуки и обложка для тетрадей и дневников 7 штук. Вот они все. И то, что это все в наборе. Не отдельно, а все это в наборе. Следующий идет у меня набор школьных обложек для тетради и дневника. Вы думаете, зачем я купила столько много? Потому что в течение всего года все эти обложки стираются, рвутся. Поэтому лучше с опытом я уже научена, то, что лучше купить побольше, чтобы поменять и не быть типа то, что грязный учебник был. Вот, эта обложка предназначена для альбома по рисованию. Вот такую я взяла обложку интересную. Она предназначена для альбома по рисованию. Сейчас это двину. Вот. Вот такая обложка. Эти обложки я взяла вот с липкой ленточкой. Как я уже поговорила, существенно то, что и они не слетают, они никак не скамкиваются. И довольно так, наверное, прочные. Не знаю, на практике потом посмотрю. То, что липкую ленту вы отрываете и приклеиваете. Вот, очень, надеюсь, удобно будет, потому что беру впервые, не знаю. И набор школьных обложек для контурных карт. Это для атласа и для контурных карт. То есть, в принципе, вы одеваете, ничего у вас не порвется, не испачкается, очень удобно. Вещь, вот. Так, и опять же, в принципе, взяла тоже набор с клеющей ленточкой. Тоже. Рекомендую, короче говоря, эту вещь, хоть я беру сама впервые, но я читала отзывы. То, что уже люди пользовались и очень довольны остались. Поэтому по рекомендациям я вот взяла вот такие обложки с крепляющей липкой лентой. Так что, вот, в принципе, еще взяла... Ну, это стандартный набор. Так, давайте я вам покажу сейчас вот на обратной стороне, как эта ручка пишет. Вот, я думаю, то, что уже у всех это знакомо, уже все это знают, как этим пользоваться. Итак, это ластик, который стирает ручку. Допустим, вы написали слово «ма-ло-ко». Упс! Учительница придет проверить и поставит не очень хорошую оценку. Поэтому и пишите. Все. Очень удобно. Допустим, вы написали еще какое-нибудь слово, какое-нибудь самое распространенное. Знакомо, да? Цыпленок. Упс! А пишется-то. Стираем. И пишем. И. Ну, я примерно вам показала, не особо заостряться я не буду. Или, допустим, вы полностью все слово написали неправильно. Вы просто стираете. Кстати, эти ручки есть и зеленого цвета, и черного, и красного. И разные бывают стержни. То есть, в принципе, тонкие, толстые, как вам будет более удобно. Но один минус в этих ручках есть очень существенный. Не радуйтесь тому, что вы стираете с этой стороны. Но вы стираете также на обратной стороне. Но если уже это проверенное у вас, допустим, лист проверен, оценка стоит, так что уже можно пофигично относиться, что здесь уже стерлось. Вот, и стирать смело. Да, со временем немножко эта ручка стирается в тетрадке, но когда вы, допустим, напишете диктант и увидите ошибку, вы можете мгновенно все это исправить, и оценка будет уже другая, существенно. Так, что я там еще взяла? В принципе, две стирающие ручки я взяла, а плюс я взяла вот такие ручки интересные. Корректор взяла, тем более у меня нет три корректора. Замечательно. Так, следующая вот такая ручка. Сейчас я покажу, как она рисует. Но она уже не стирается. Поэтому, скорее всего, наверное, давайте я напишу вот здесь. Потому что она не стирается. Так, на, допустим. Пишет тонко.
грязи нету. Вот сейчас я рукой повожу. Вот, не пачкается. Ну и вот такая стандартная тоже. Напишу ура. Уже цвет другой. Можно заметить. Цвет уже другой. Дальше. Не пачкается, если, допустим. Взяла я две ручки таких. И зеленая ручка. Ну, думаю, что стандартная. Ёж. Обыкновенная шариковая ручка. Тоже так же. Ну и взяла я два простых карандаша с ластиками. Вот. Стираются. Я не думаю, то, что, в принципе, вы не знаете, как не стирают ластики. Карандаши. И все. Так, и что я хочу еще показать. Пачкается ли это, ли не пачкается. Допустим, ола. Так. Нет. Вот. Потому что хочу вам сказать, почему я показала вам, проводя пальцами по этому. Потому что многие дети могут, допустим, положить локоть и стирать. И получается грязно. То есть, в принципе, он пишет, у соседа случайно положил, и все это будет грязно. Вот. Вроде бы я все вам показала, что я приобрела в Лабиринте. Я уже начинаю подготовку к школе. Немножко уже начала. Я думаю, то, что лучше позаботиться сейчас, чем потом бегать. Если есть время и возможность, почему ее и не использовать, эту возможность. Все. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам всем за комментарии. Если кто не знает этот магазин, я думаю, что все знают этот магазин Лабиринт. И думаю, то, что там часто, кстати, бывают очень скидки процентные, поэтому выгодно покупать. Летом особенно. Добро пожаловать, покупайте. Итак, ладно, всем спасибо за просмотр, спасибо вам всем за комментарии. И если еще не подписались на мой канал, то можете подписаться. И, кстати, у меня есть плейлист по поводу подготовки к школе. Вот, и можете заглянуть туда и посмотреть, чтобы вам, возможно, найдется что-то вам более полезное, и уже вы возьмете себе на заметку. Вот так. Так что вот так. Еще раз расскажу то, что у меня двое детей. Для тех, кто не знает, да, дочке у меня 19 лет, а сыну скоро исполнится 12. Так что вот так. Ладно. Всем спасибо. Всем пока.